Алло, Ольга, здравствуйте. Алло. Алло, Ольга, здравствуйте, слышно меня? Да, здравствуйте. Это вас беспокоит Ульяна из Oriflame. Мы с вами давно уже не общались, но ваш номер еще действует. Вот, и я решила вам позвонить, проинформировать, что там у вас достаточно большая под вами структура выстроилась. Вот, и может быть вам сейчас актуальна будет возможность построения сети и дополнительного дохода. Я просто не знаю, по какой причине вы не стали появляться, делать заказы, что-то делать. Вы регистрировались для себя или с какой-то целью заработка? Ну, я и для себя, и так-то соседки, подружки, ну, пока обычно сплю. Я просто вышла на работу, и поэтому, к сожалению, просто времени не хватает. А скажите, пожалуйста, вам сейчас актуально вообще дополнительный доход? Ну, доход-то всегда он актуален, только времени не располагается. Ну, понятно, это у многих, да, такая проблема. Просто смотрите, у вас номер скоро аннулируется, и, ну, на самом деле, я бы вам советовала его возобновить сейчас. Почему? Потому что там так получилось, что под вами девочки начали активно работать, и под вами порядка 40 активных человек. Ну, не все, может, там порядка 30 активных. Все, ну, как бы люди делают заказы. Сейчас, допустим, первая неделя прошла, там уже 40 тысяч товарооборота, еще впереди 2 недели. А вот, то есть, это ваш потенциальный дополнительный доход. То есть, у вас 12%. Вот, и вы от этого можете получать деньги. Насколько это вам актуально? А как-то они так подо мной оказались, что я вроде бы никого не привлекала. Так. Вот сейчас смотрю, пытаюсь понять. А вообще, я, кажется, с отчетом не так посмотрела неправильно отчет. Наверное, да, потому что я как бы там, ну, может быть, одно максимум было там с кем-то заключение, да, и все. Вот. Ну и то это вряд ли. Так по памяти, мне кажется, не могло быть такого. Так, что-то я смотрю, наверное, правда, я не так посмотрела, потому что там на самом деле уже ветка такая большая. И, а так как я не всех знаю, думаю, позвоню, может быть, вы захотите опять. А вы кого приглашали? Под вами кто был? Никого. А, понятно. То есть вас Ольга пригласила, да, к Бурмистрова, насколько я поняла? Да. А Гульсину, да, это да. Уже не вы приглашали? Гульсина, это уже не у вас. И Лейла тоже не у вас. Так, значит, да, значит, они не ваши. Пардон, зря я вас сбила с толку. Так, слушайте, ну ладно, в любом случае, раз уж я вам позвонила, смотрите, просто ситуация такая. У нас сейчас через онлайн запущен проект. Вот, и не надо много времени уделять работе, мы работаем по теплому рынку, мы работаем по интернету, по соцсетям, даже там пару часов уделяем, можно, ну, плавненько начать двигаться вперед, потому что нигде не знаешь, где ты встретишь своих активных людей, нашел пару человек активных, которые тоже начинают что-то делать, и у тебя закручивается структура, то есть у нас вот эта ветка, она прям с сентября выстроилась за 2 месяца очень так хорошо, там уже несколько таких именно ключевых менеджеров, которые так серьезно работают, ну и потребители. То есть, если для вас актуально, то, может быть, вас стоит включить в программу обучения, вы посмотрите пару видео, немножко вникните в курс дела, и с вами начнем что-то делать. Ну, давайте я ваш номер телефона запишу, и я, если я надумаю, я вам позвоню, что я вам не могу дать ответ, что у нас на работе. Ага. Как видите, наверное. В Мытищах живете, нет? Да, в Мытищах. Ну, значит, вы с нами рядышком здесь. Вы можете совмещать, то есть вам здесь не надо с утра до вечера и не надо на работу ходить. То есть это как бы, ну, дома, с телефона спокойно. А вот, просто чего лишать себя возможности, когда все-таки можно, пускай плавненько, но развиваться, себе запасной аэродром делать. Вот, через интернет работать приятнее, чем на работе. Сидеть с утра до вечера. Да, согласна. Спросите еще, может быть, у вас кто-то из знакомых, из друзей заинтересован в подработке. Вот просто спросите знакомых, кому надо. А вот, и направляйте ко мне, дайте мне их телефон или мой. А вот, скажите, что нам сейчас нужны активно люди, очень быстро идет построение команды. Вот, только не говорите, что это Oriflame, потому что у людей ассоциация Oriflame с продажами по каталогу. Вот, мы продажами не занимаемся. У нас совершенно другая сейчас специфика. Вот. То есть.
Хорошо, мы скажем так, извините. Если поговорю, если он не будет, то дам номер телефона на подзвонение. Но это можно дома, да, сидеть, ну, как бы, сидишь дома и через интернет делаешь предложение, так понимаешь, что Да, конечно, у нас есть обучение, как это делать, есть шаблоны всякие разные, есть вебинары, которые проходят там постоянно для обучения необходимые. Вот. И я вот сейчас дома сижу с вами разговариваю. То есть это очень перспективно, не отказывайтесь от этой возможности, подключайтесь. Вот, пока у вас там пару месяцев еще номер действующий. Сейчас тем более под Новый год очень актуально людям подарки. То есть у нас сейчас шикарные вообще скидки в каталоге. Там тушь 5 в одном 200 рублей всего лишь идет. А вот, ну много чего интересного. Вы же давно уже не делали заказы. Почти 2 года. Ну, у нас есть на работе девушка, тоже она приносит время от времени журнал так поглядываю, смотрю. Ну, вот прям даже как-то не хватает ни времени, ничего, даже для себя. Ну вот представьте себе, что через год вы сможете уволиться с вашей работы и работать в свободном режиме, имея хороший доход. Как вас вдохновляет такая перспектива? Ну да, я согласна, конечно, да, что через год выйти на нормальный доход, там 40 тысяч на директора, то это не 2 часа в день работы, это поактивнее. Вот. Ну, даже если будет там половина, а вполне реально выйти, вот по чуть-чуть уделяя внимание, просто главное найти активных людей. И по чуть-чуть, даже понемножку двигаться, но все равно это будет лучше, чем ничего. А вот. А если у вас команда появится, несколько активных человек, я вам помогу их научить, там тоже обучить, с ними пообщаться. Вот. То это уже развитие вашего бизнеса, можно сказать, на пассивном основании, потому что, ну, командой можно сделать гораздо больше, чем вы в одиночку сделаете. Вот, например, вы на работе с утра до вечера сидите, а ваш человек, который пришел, даже ваша соседка, я не знаю, там подруга, раз такая услышала, ей понравилась, заинтересовала идея. Она зарегистрировалась, и она без работы сидит. У нее есть все 8 часов в день, чтобы работать. Она работает по полной, у вас директора за полгода открыла. То есть это для вас как бы рост вашей команды большими темпами. Ситуации бывают разные, знаете. Вот сейчас у нас идет регистрация через сайты. Вот буквально сегодня разговаривала с девочкой, она говорит, а у меня подруга работает в Oriflame, я тоже решила. А получается, она зарегистрировалась даже не в команду подруги вообще, а просто вот, ну, попала к нам в команду, потому что мы вот работаем через интернет, набрела на сайт. А ей подруга даже не предложила, что можно подработать, и не рассказала о том, что есть возможность именно построения карьеры. То есть многие, в принципе, просто как консультанты работают, чисто каталог показывают, и все. Даже не знают, ну не верят, да, некоторые не верят. Вот. Но что нужно, чтобы поверить? Пообщаться с человеком, который уже это достиг, да, у которого уже есть результаты. У нас вот Лена в этом году, менеджер, съездила на конференцию в Сочи. У нас же компания организовывает еще и конференции разные, бесплатные, полностью оплачивает все. Вот в этом году была в Сочи, вместо Анталии, ну как бы Анталию там закрыли, непонятки были с вылетом, поэтому перенесли в Сочи. Вообще приехали, на ушах стоят обалдевшие несколько от размаха, там Сочи парк весь для них сняли, все аттракционы. Очень крутая организация у нас всегда. Она говорит, я до последнего не верила, что поеду. Ну, просто потому что, во-первых, 40 лет первый выезд вообще, в принципе, куда-либо на море, там какой-либо вообще. Первый раз на самолете, говорит, я не верила, что я поеду, я не верила, что я, ну, как бы, что это реальность. Вот. И когда уже ей там присылают там билеты, что вот там пришел вылет тогда-то. То есть она вернулась совсем другим человеком, она уже прикоснулась. Но я не могу вас взять с собой, например, на золотую конференцию, потому что туда берут золотых именно директоров. То есть именные все приглашения. Могу взять на какие-то мероприятия корпоративные. Вот у нас будет 17 декабря очень классное мероприятие на Москва-Сити, там будет много очень успешных людей, вы увидите много людей, которые на сцене стоят, которых поздравляют, которые, ну, наших там много будет, правда, наши сейчас с регионов, не все приедут, получается, но неважно, в целом будет много народу, прям вот с поздравлениями, выступления тех лидеров, которые сейчас растут, которые чего-то добиваются, вот здесь вы их сможете увидеть, не только меня, например, да, ну, вот, а много таких людей, которые приехали. И еще один повод выгулять в вечернее платье. Да, да, да. Ну ладно, спасибо большое, я поняла, услышала, тогда пообщаемся.
пообщаюсь с одним человеком, который... Давайте. Да, если как бы я не хочу, да, там, не получится у меня, то тогда я дам номер телефона, чтобы она уже позвонила, точнее, все узнала, да, как бы, как ей что. Но это ей в любом случае, да, то есть вы, ну, как бы не захочу денег, я так поняла, вы хотите. Просто надо что-то делать с одной... Ну, это понятно, как бы, конечно, ну, я просто понимаю, ничего не бывает просто так. Да, ну, да, вот, да, поэтому... если вы там одному человеку предложите, и от того, согласится он или нет, будет зависеть ваш бизнес в будущем, ну, как бы это не очень айс, да, то есть надо просто, в принципе, понять, да, хотите ли вы как-то вот в бизнесе, в продвижении, в жизни, перспектив каких-то, вот, и если хотите, то на одного человека здесь полагаться не надо, вы просто ставите перед собой цель, что да, я не знаю, когда там, может быть, через год, может быть, через 5 лет, вот, но я потихоньку буду двигаться и что-то делать, обучаться, потому что у вас есть команда, которая вам поможет. Вы мне пришлите почту электронную, я вам на почту пришлю информацию, там такое первичное базовое обучение, чтобы что-то уже чуть-чуть посмотреть, да, чтобы чего-то вот как-то начать. Хорошо, я запрещу тогда вам. Ну да. Ладно, Яна, спасибо большое за завтра, мы уже заканчиваем. Да, хорошо, всего доброго, до связи, созвонимся. До свидания, спасибо.